Pamiętasz. To... W kadrze jest. W kadrze jest. Tylko roboty z rukой na średniej sile, отрабатывать движение с верхочувством, чтобы он тут фиксировал. Взять кого-то из магазина, который вальчик буром, не-не-не-не-не. Он бы начинает играть буром. Так. Pamiętaj, masz jeszcze złe ustawienie nóg. Tak, tak. No, bardziej noga do środka, a druga w bok. Do środka tą prawą, tą lewą do środka. Jeszcze. Czy ja tutaj, wiem, zawsze tutaj w tą stronę biorę, to nie chcę się kręgosłup trochę. Pierwszy ruch robisz z nadgarstka i z statyki korpusa i передвижение w stronę, получается, to pierwszy ruch i protяжki ludzicy w sobie. To jest, robimy tak, głodno держится w kąt. То есть верши толк. Да. Так, чтобы все время натянут бицепс. Ну, значит, нет, я говорю, так. Чтобы угол не распускался вниз. То есть ни сантиметра в бок, ни вниз не должно ходить. Жестко отрабатывать. То есть все упражнения отрабатывать в тех позициях. Все-таки отвечание мучишь робить с той позиции. Разумеется, что делать, да? Опустил статик, динамика. Статик, динамика. То есть дальше. Дальше не находил, да, потому что работа не был. Если не фиксации, жесткой нет фиксации. Нет, он зафиксирован. Да, работаешь, потому что работает большими разными амплитудами, не жесткой такой. Не можешь ты ночь, чем у гаста такие, иначе с ним еще достаточно, ты раз, штырный на гаст. Надо пенча, так? Ну, что было, надо работать с амплитудой от стартовой позиции. Ты крутки на креслах тут. Я еще вот этого ха-ханку. Ну да, ты в руку на ними рово чекаешь. На тому количеству с ними руки на шампана, если допустим, еще одни, да? Ну, это я так, я хаки нормально не вальчу, я только... Ты рух, а он тебе покажет, как ты руку еще делаешь. Ах, перше, ближе. Ближе, да. О, видишь? Ренка. Не ма бицепса вообще. Какой ренка? Не маш бицепса. Маш только игоночный пшечок, не? Да, трицепса. И трицепса, не? Да. Бицепс дорабатывается. Бицепс вообще. Не растягиваешь, я могу бицепс включить, и все, ты не растягиваешь. Видишь? Он говорит так, что ты, когда бачишь трицепс, то можно вглончить бицепс, і ти йому нічого не зробиш, розумієш, що це буде? А йому вже би вилончити біцепс, то чи треба твоїм біцепсом, що він попрацав? В будь-якому випадку. Отак. І локтем, і біцепс. І локтем, і біцепс. Може прокатити, тобто може пройти движення, якщо не дуже сильний суперник, то сюди, в принципі. Але якщо його не вистачить, то біцепс допоможе. Ще краще зразу починати туди. Чи початкова фаза є добра, але мусиш щось раз і на себе набити біцепс. Тож біцепс хоча б фіксувати взагалі. Ну чекай. Ні, одразу. Раз. І одночасно. І одночасно. К собі, к собі. Ага. Так. Як не менше сили, то дорубити. Если ты не масштаб, то добьешь еще внутри цепса, если нет, то мучишь чем-то на шею. То есть дополнительная группа мышц, она всегда не помешает. Дополнительная партия мышц, чтобы порционы, чтобы не зашкодили. Вон же это бицепс. И плохо держишь. Угу, угу. Запястье. Пальцы. Вот так. Выше. Глубже. Вроде рух. Ну, лучше, уже лучше, но только больше бицепс включил. Бицепс включил. Бицепс. Собирайся. Да. Собирайся.
Bicepsem. Tu. Ну, как бы, да, тень подбородку, подбородку или между плечом подбородком, да, да. За счет корпуса получается сюда, но плюс сюда еще выходит движение. Угу. Еще бицепсом плечом, да? Вот, вот, вот. А тут, да? Еще одна? Да, вышел конт, и в принципе можно бы еще добавить пронатор. Пронатор. Вот, для того, чтобы тебя не пропускало. Потому что. Чем продолжить тебе еще пронатор, чтобы тебе пронатор не заставался в такой позиции. Чтобы ты еще тут чем контур. Смотри. Вот как ты делаешь, вот смотри, ты ходишь. Вот. Но если я, если моя рука сделать сюда, у тебя получится вот. Да, и небесмешно. Да. Если ты будешь, как ты будешь туда чума. Будет вот. Понимаешь? Ваша позиция. Угу. Ну, разом. Вот. Ну, чаще нет. Ты не можешь быть рух пронацийный. Ты контролировать можешь. Статично. Я дорогу свой рух. Немножко надо будет добавить статики еще. Статики, статично, ну, в тренировке, чтобы ты чувствовал плечо еще, плечо не чувствуешь. Статичный мод. Вот. И угол не отдавайся. Ну вот, контур выше, выше. Выше. Во, во, во. Уже лучше, но бицепса меньше, мало добавляешь. Не процесс бицепса, тоже ты берешь, выше. Раз. Да. Ну, в принципе, надо уже какой-то цикл провести. На бычьем углу, да, тренировочный. Тогда уже будем дальше, что с нами делать. Ну, да, распишем тренинг. Ну, да, чтобы рассказал, что он вообще делает, чтобы он знал, о чем я отталкиваюсь. Ну, спасибо. Бицепс. Какие аппараты у них есть вообще? Тренажеры. Все. Шейка механична, бичонок. Все купили. Все покупали. Есть такое? Да. А? Лучше у нас. Ну, хорошо. Продал тебе сумму. Игорь, на фильм было вшиско, что? На фильм уже было вшиско. Уж расписка, то уж... Да, расписки уже. Расписки да. Повести пахаю. Ну, смотри, давай тогда с него не начнемся. Пусть расскажет тренер, что он вообще делает, сколько люди тренируются. На этом наша семинар, основная, наша главная часть семинаров есть кончена. И сейчас переходим, так звано, до индивидуальных тренингов. Ну и... На тем подзякуємо нашому гостю. І до банкету. І до банкету.